закрита трибуна. Коли ви прибираєте або виносите новорічну ялинку? Я вбираю, як прийдеться, мабуть, коли знайду свободне час. Ну, взагалі, я за те, щоб в маї пусть подольше постоїть, побільше позитива, хорошого настроєння. Якщо вона не сипеться, якщо вона красива, пусть стоїть на здоров'я. Ой, ну это вопрос очень смешной, потому что елку мы убираем, ну, наверное, где-то к концу февраля. Вот. Мы ставим ее в воду, поэтому не хочется убирать, потому что Новый год ассоциируется с елкой, поэтому очень хочется, чтобы она была, ну, как бы праздник был всегда. Ну, я убираю на старый Новый год. Ну, не знаю, так всегда, когда я еще мои родители были живы, так тоже убирали. И я так убираю ее. Ну, елку убираем в основном после 14 января, так как уже у нас старый Новый год прошел, да, там. Мы еще оставляем елку, в принципе, на 19 января, потому что у меня среднему сыну день рождения. Ну и, ну, так как по традиции она уходит. Ну, ставим натуральные елки. После старого Нового года. Потому что мы любим этот праздник. Это старый Новый год, традиция. Когда убираю, вот, когда супруга третий раз повторяет, что надо ее вынести. Поэтому, честно говоря, ко времени не привязан, по необходимости. Ну, убираем мы где-то через месяц после Нового года. Потому что надо, чтобы Новый год длился месяц. Примерно так. Відкрита трибуна.